Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, мои любимые телезрители канала Афонтова и всех остальных каналов тоже, конечно. И здравствуйте, мои подписчики на канале YouTube. Сегодняшняя тема — картофель с семенами. Тем про картофель будет очень много. И как глазками картофель возобновить сорт, и как отростками, и как там целыми картошками, и почему резанный, и... Но вы задаете очень много вопросов, как картофель высадить семенами и как с ним справиться. Давайте начнем сначала. Посмотрите, у меня в руках два сорта картофеля, хотя в продаже их было, наверное, сортов 12-15. Разнообразие полное, причем изыски, я бы сказала. Почему-то нет такого картофеля в продаже клубнями. Значит, у меня в руках аусония, это ранний, очень люблю раннеспелые картофелины, и Лада, Лада F1, это гибрид, и причем с повышенным содержанием крахмала, то есть рассыпчатая. Очень люблю, это бело- и бледно-желтая крахмалистая мякоть у картошки, она отличается высокими товарными качествами и хорошо хранится. Даже вот этот скороспелый аусони, они вытянутые. Вот это немножко гладковатая, а вот это шершавая картошка. Я их уже пробовала, уже неоднократно все это было сделано. Вот, знаете, хороший изготовитель, и у него написано. Вот только у него, наверное, написано. Раньше не было написано. Значит, посев производить замоченными и наклюнувшимися семенами. Слава тебе, Господи, что написал хоть один. Потому что основная масса населения, которая пытается, да, купил за 5 рублей, за 7, и разведи себе хороший картофель. Почему нет? Пытаются просто взять... В обычный горшок, ну да, влажная почва, посеять, присыпать, и ждем, когда появится картофель. А он не появляется. Да потому что надо, чтобы семечко проклюнулось. Как это сделать правильно? Значит, нам надо, во-первых, смочить вот этот вот платочек, который здесь, для того, чтобы в нем замачивать семена. В платочке будут завернуты семечки, они там проклюнутся. И нам очень хотелось бы, вот надо его весь намочить, а вот здесь вот в воде введен препарат для рассады, то есть для маленьких растениц. Мы поможем семенам проклюнуться, они не проклюнутся все и сразу. Вот то, что вы сейчас сюда уложите, да, и будете каждый день открывать, а горшок для посева, посадки должен быть готов уже там под пленочкой, все... И вы каждый день будете брать это пинцетиком, это семечко, и отправлять в посадочный горшочек, присыпая его почвой. Вот как это будет происходить. Но если вы рискнули все-таки вырастить картофель из семян, и 5 лет этот картофель не будет болеть никакими болезнями, так давайте вперед из песни за семенами. Значит, здесь у нас расположилась эта Лада, это гибрид. А вот здесь мы расположим нашу аусонию. Вот так вот, скороспелочка, которая. Очень хочется развести 40-дневку, потому что на даче очень хочется есть свой хороший вкусный картофель, а не бегать на рынок и не покупать египетский. Вот, теперь мы закроем платочек вот так. Ну, я его сложу вот таким вот образом и уберу вот в эту мисочку. Вот это все надо закрыть полиэтиленовым пакетиком или просто в пакетик и завязать. И оставить на достаточно, не обязательно свет, на окно не обязательно, можно около окна. Они все равно проснутся, проклюнутся. И тогда мы их посеем. И вы это увидите. Ну, вот на сегодня все. Не буду вас больше мучить. Тем про картофель, еще раз повторюсь, будет очень и очень много. Всего доброго вам и до свидания.